И хорошие новости пришли из Казахстана, где проходит чемпионат мира по вольной борьбе. Наши спортсмены Давид Баев и Заурбек Сидаков взяли золото. Давид Баев выступал в весовой категории до 70 килограммов. В финале он победил представителя Казахстана Нуркажа Кайпанова. А Заурбек Сидаков в весовой категории 74 килограмма оказался сильнее итальянца Франко Чамиза. Теперь он двукратный чемпион мира.